Ну, что-нибудь тебе сейчас разжать. Не-не-не-не. Костюм испортит. Блять. Доска есть где-то. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Главное, руку не пробить руку. Да. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Дай еще палку руку, Макс. Блять. Может, ему мозги отрезать? Теперь. Тихо. Аккуратно, костюм. Снизу. Блядь, держится. Блядь. Ай, блядь! Ай, сука! Да на вторая пасть! Да, блядь! А ну-ка, подожди, все, не трогай, дядя! Подожди. Тихо. Может, давай по башке, долбани ему. Не надо, подожди, он меня схватил второй пастью. Тихо. Блядь, как больно, сука. Блядь, твою мать. Давай убью нахуй. Да убей надо по башке, дать ему гвоздем. Ну. Сейчас, подожди. Блять, зачем его расковырять? Ёбаный ты в рот, а? Тихо. Вот ножом пасть разрезать. Попробуй, да, давай. С этой стороны, со стороны стола, или с той, с твоей, или с твоей ангелы. Бля, хуй ты, блядь, еще хуже у меня хватает, Андрюха. Видишь, у меня на вторая пасть. Видишь, у него вторая пасть там. Ага. Ай, блядь! Держи. Ох, сука. Не это самое. Пиздец. Гад. Фу, блядь. Блять, полезёшься, ты чё пугаешь народ? Блин, блять, фигурой. Видишь, у него вторая паста. Ага. То есть, вот это он проводит, вот это вот. Кумарина такая же черня. Видишь, вот она, блин. Маленькие зубы, смотри, вот они. Ну, понятно. Видишь, вот. Отец Саша. А там, и он заглатывает. Ну, вот видишь, он мне руку, бля, пробил. Ну. Отец. Какая хуйня. Тумлен такой же устроит, как называется. Костюм надо будет мне, кстати, проверить. Видишь, и здесь пробил мне. Естественно. И здесь по пробивам мне все. Я хотел бы кепку, раз он меня цепанул. А что ты по локоть суешь туда? Я, честно говоря, не думал, что он хватанет. Да никто не думал вообще. Блин, черт! Да я не черт! Доставайте теперь его, блин! Все, YouTube сейчас будет номер один. Повесючий круг засунул вообще. Иди, чувак, я с тобой сфотографирую. Да, подожди, я видео вырублю тогда.